Открытый регион, паленая луна. It's old. An old ship. Armed to the teeth. Непорочные пугала, вот это что такое? Поживы. Деформатор. Где лагеря-то? Тут вон лагеря видно. А у брюхореза где лагеря? Вопрос. Это что за территория? Контролирует брюхорез. Это значит брюхорез. Вот оно. Топливный перевалочный пункт. Тогда вот сюда мне надо, получается. Быстрое перемещение недоступно. Выход. Опуститься. Сейчас быстрое перемещение доступно. Да, быстрое перемещение, пожалуйста. Надо только сохраниться перед этим лагерем. Ну же. Будем нет перемещаться. Чё, почему не перемещаемся-то? Почему мы не хотим перемещаться? Только к брюхорезу можно переместиться. Ладно, поехали тогда так. Ага, тут еще один шар. Надо исследовать. Может, что-нибудь будет еще поблизости. Боже, я не с теми связался. Ладно, на конвой я пока нападать не буду. Такое ощущение, как будто это пугало. Надо его сломать. God, it's in his sights!
Прочный пугало, понятно. И как же его сломать? Прочный пугало. Только так, если. Союзные дагеря. Пойди. Лом добывает. Куда лом побежал? Лом куда-то убежал. Ой! Что-то я немножко не рассчитал. Ничего, жестянчик сейчас отремонтирует. Горючки-то у меня нету, дверь взорвать. И что делать? Это надо добыть горючку. Так, ну ладно, и мы тогда поедем. А ну хотя тут какие-то места поживы есть поблизости. Может, здесь горючка найдется? Потом тогда я в этот лагерь поеду. Так, ну и сохраниться надо. Автосохранение. Слот 3. Да. Зачем так обманывать меня? Канистры здесь не нашлось. Куча лома зато. Ну, как сказать, куча. Маленькая кучка. Отвалите от меня, придурочные. Так, я хотел поехать вот сюда тогда. Или другое место поживы. Ладно, через места поживы поеду я. Машину отремонтировать. Новый враг Колун. Please, no!
сюда. Гаси его уже. Да, водички попить. Начнем с того. А, эти красные снизу лазят. Это у нас не канистры или с бензином? Нет. Это у нас маленький лом. Это у нас тоже лом. А вот у нас какой-то ценный ящик. Ага, чистильщики. И канистра с бензином. Отлично. Еще и патроны. Да, тучка. Где моя тачка, чувак? Сейчас мы тогда вернемся. Все-таки. К шарику, к этому. И полетаем на нем. Отстрелил. Тогда надо машину эту таранить, чтобы с нее лом собрать. Не пропадать же добру. Что-то она долго таранится. Keep an eye on the car. Маловато будет. Yes, gladly. It is my sacred place. Маловато будет лома, конечно. And thus she sets. Leaving us in utter darkness. Точно так же заправим сначала. Хотя она вроде почти пустая, эта канистра. Я, или эта фляжка почти пустая. Сейчас чуть-чуть заправим. И теперь у нас полный бак. И осталось еще на то, чтобы дверь взорвать. Теперь я шарю. Как кидать канистры. И дальше что? А, вот дальше что, надо только сюда как-то залезть.
Нет, серьезно, дальше-то что у нас? Взорвал я дверь, красавчик. Как залезть-то? Толку-то, что я взорвал. Просто пусто здесь, ничего нету. Где же взять канистру? Канистра пустая, толку с нее. Где он там ее нашел? Запрыгивать он не хочет. Нет, серьезно, какой был смысл во взрыве этой двери? Что-то, может, где-то еще отлетело, отпало. Как залезть-то наверх? Спуститься я вижу как. Interesting. Ну сейчас последний еще обход, чтобы уж точно быть уверенным. Е нигде не нажимается. Канистра только пустая где-то валяется. И все на этом. Вот странно, что он не хочет сюда залезть. Ну шаг шагнуть, все, он не хочет. Можно было бы по этим лезть дальше. Может какой-то баг? Ну логично вот так вот лезть. Почему он не хочет залезть только? Интересно. Интересно, интересно. Ну и ладно. Почему быстрое перемещение не работает? А, оно только вот куда работает. Все, я понял. Интересно. Ладно, потом как поиграю, посмотрю какое-нибудь руководство, как попасть в шар на территории брюхореза. Ну, я вижу зато кукола. Интересно, оно прочное или не порочное. Как только к нему залезть. Там спереди, что интересно, дымится. Кто-то к нам едет. Ребята тут толпой повисли на столбе. Хотел я еще эту вышку исследовать, съездить. Вроде она близко. Что там такое? Может, тоже лагерь какой-нибудь? Сюда не заехал пока. Ну-ка. Где? Что это такое? Газовая станция. Газовая станция. Территория контролирует ЖИД. Ладно, попробуем.
эту газовую станцию одолеть. Заехать. Начнем с того. Придется сначала пугало сломать. Don't mess her up. Скажи, дай воды. Патрон тратить неохота. Двадцать шесть слома. Минное поле проехали без палева. That big thing is similar, yes, yes, very much so, to many of the wonders one can spy in Gastown. Такое ощущение, как будто там вышка светится. Надо бы сейчас эту вышку уничтожить. Лежишь, прохлаждаешься здесь. You hear about that big boy Gaspar Grope? He don't like explosions none. So one who want to get at him better deal with his boys and dish out some of that boom boom. Слева от главных ворот есть тайный проход. Где у нас главные ворота? Начнем с того, что-то я их не вижу. Пулеметчика я видел. Пойду попробую просто лоб в лоб пойти в лобовую атаку. А, хотя у меня же снайперка еще есть на пулеметчика. Здесь есть тайная тропа. Только вот где она? Вот это, наверное, тропа или... Ой! Надо мне огненную трубу сломать, что я это... Вон, бак вон тут надо дернуть. Thank you.
Пехотные рубежи уничтожены. Отлично. Осталось найти проход. Будем искать. Stay put. Yes, I will not leave her here. Какашками кидаются. Канистру надо одну машину отнести. А, или вот эта дверь канистры взрывается. Сейчас я проверю, так она не... Да, она так открывается. Победите главаря этого лагеря. Сейчас победим. Сейчас только водички попьем. Сейчас я канистру назад в машину поставлю. So many awful tales about this place. I pray we're not the next chapter. А, ну я понял. На этой машине можно будет уехать. Только если открыть ворота сначала. Ворота где-то должны открываться сверху. И там лом я видел наверху. У нас махач с эмблемой. В стену. Заточка. Новый враг Громила. Это открывается, нет? Только здесь открывается. You're alive! Someone here! It's that guy! Raggedy Man! Try to mess with Gastown? Not today! Ты громила! Not ever! Oh.
всего делов. Лом. Против лома нет приема. Ух ты. Еще немножко лома. Эмблема. Вот этот генератор надо выключить, чтобы можно было пройти. А, ну вот, удерживать, выкинуть. Это не то, удерживать, выкинуть. Сюда надо идти, очевидно. Смогу ли я только перепрыгнуть? А, больше некуда идти. Только вон туда. Здесь закрыто, здесь закрыто. Все. Не зря сохранение сделали. Не зря сделали сохранение. Попробую с разбега перепрыгнуть.